Академия порядочных парней. Петь под фонограмму для рокера – это самый большой зашквар, поэтому Академия порядочных парней срывает маски. Ну что, ты готов увидеть, как твои кумиры выступают вживую без обработки? Ставь лайк под этим видео и пиши в комментарии, какой сегодня на счету день твоих бесконечных выходных на карантине. Как говорил сам Тиль Линдеман, если бы не умф, их бы звучание отличалось от того, что мы можем слышать на сцене сейчас. Лидер немецкой группы Дорогой сумел из крутого электронщика стать невероятной рок-звездой. Его вокал находится просто на космическом уровне. Глубокий баритон и невероятные верха, на которых он держится очень ровно, а иногда может и перейти в экстрим-вокал. Также для ценителей нестандартной музыки есть его проект What About Bill, где его колоритный насыщенный голос раскрывается в полном объеме. В комментариях вы очень просили разобрать группу «Северный флот». И вот они уже здесь. Солист группы Александр Ренегат имеет в своем арсенале нестандартный тембр голоса, а также парусную базовую опору. Ему легко дается исполнение любых композиций, особенно если брать лайв-формат. Спасибо за это стажировкам в Кукрыниксе и Король и Шут, где Леонтьев совмещал работу гитариста и бэк-вокалиста до ухода Алексея Князева из группы. Северный флот, только вперед, ублюдки! Счастье, счастье, что это слово значит? Счастье! В 80-х годах по части вокала Джону Бон Джови не было равных. Мощнейший носовой призвук просто поражал воображение, да так, что Эксел Роуз тогда бы курил нервно в стороне. Однако с годами ситуация изменилась. Вокал остался таким же профессиональным, но сам голос изрядно поистрепался и подсел. Тем не менее, Джон напрочь игнорирует фонограмму и выступает самостоятельно, за что и ловит респект от своих преданных фанатов. Одна из первых глэм-рок групп России, Агата Кристи, выделялась на фоне остальных представителей подобного направления. Во многом благодаря вокалу своего основного солиста Глеба Самойлова, достаточно высокий баритон и характерная манера исполнения реально цепляла. Сейчас же группа распалась, появился проект The Matrix, в котором младший брат все так же будоражит воображение своим чарующим голосом. Никто не выжил, никто не умер по результату. Раз речь зашла о глэме, то, конечно же, нельзя обойти стороной Дэвида Боуи. Хамелеон. Именно так прозвали британского музыканта за разный цвет глаз, часто смену образов и разноплановый, но узнаваемый вокал. Дэвид не пытался выделяться в плане пения, он просто делал свое дело, и это получалось великолепно. Достаточно глянуть одно лайв-выступление этого джентльмена, и все станет ясно само. На
наивно полагают, что солист наив Саша Чача с годами растеряет весь свой вокальный дар. Еще 30 лет назад мы услышали тот самый хриповатый голос, который пел про Ельцина. Прошло достаточно времени, а вокал Санька все так же свеж, как и раньше. Он на своих родных качает полные залы и взрывает целые фестивали. Нашествие не исключение. Если ты не знаешь, кто такой Пол Стэнли, то мне с тобой не о чем разговаривать. Этот крутой дядька на протяжении 50 лет является солистом легендарной группы KISS. Чем же так хорош или плох его вокал? Дело в том, что с возрастом его голос практически не изменился. Как это произошло, остается загадкой даже для самого Пола, который в 80-х не жалел себя и отрывался по полной. Под стать звезде возле глаза, которая стала его визитной карточкой. О Земфире мы уже сказали достаточно много. Стоит лишь отметить ее непоколебимую любовь к своим фанатам. Ведь она ни разу в своей карьере не опускалась до фанеры. А это заслуживает уважения. Просто слушай и наслаждайся, а мы едем дальше. Без таких вот звоночков я же зверь-одиночка. Промахнусь, вихнусь, ночью не заметит никто. Заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. Энтони Кидис в свои 57 может дать фору любому вокалисту новой волны рока. Он находится в прекрасной физической форме. Его связки всегда в тонусе и готовы раз за разом выдать невероятное выступление с узнаваемым баритоном и очень интересными вокальными примами, которые используются солистом Перчиков на протяжении всего концерта. Четыре года продолжается вокальная пауза Брайана Джонсона. Фронтмен AC/DC – это живая легенда, чей голос ты узнаешь из миллиона. Потрясающее звукоизвлечение и интересный певческий голос тенор-баритон на выходе дают бомбу, которая даже сейчас на лайв-концертах доводит до мурашек. Что уж говорить об огромных фестивалях, где Брайан Джонсон чувствовал себя как рыба в воде. Главный баритон старой гвардии рокеров Константин Кинчев. Как старое вино, с годами только лучше. Конечно, при желании можно докопаться до чего угодно, но оно надо, ведь можно просто наслаждаться клёвым вокалом солиста группы Алиса, а также живыми выступлениями, от которых исходит просто непередаваемая энергетика. Лёд,
прекрасная Лусина Геворкян уже больше 10 лет радует нас своими выступлениями. В хрупкой девушке ютится мощнейший голос, для которого нет рамок. Лу может спеть все, от панк-рока до шансона, и делает это в лайв-режиме и на высшем уровне. В этом даже не нужно сомневаться. Специально для тех, кто любит потяжелее, Йоаким Бротон уже стал крестным отцом всего пауэр-метала. Песни о войне с его неповторимым баритоном вводят в экстаз. Не зря на концертах этой группы всегда аншлаг, не говоря уже о локальных шведских рок-фестивалях. Саша Васильев из группы Сплин имеет голос а-ля «Я умираю и пою последнюю песню». Такой вокал реально зашел слушателям, а группа стала сходу популярна, выпустив всего две песни, которые каждый узнает с первых аккордов. Сейчас дела у группы идут не очень, новые альбомы уже не так популярны, однако нам ничего не мешает насладиться их концертами, в том числе и живым вокалом Александра Васильева. Мне свою линию горят огни, сверкают звезды. Остаемся зима, хватит вода замерз. В это трудно поверить, но Джареду лето скоро 50 лет. Тем не менее, по части вокала один из джокеров звучит годно. Певческий голос тенор позволяет красиво вытягивать сложные рок-партии, которых в творчестве 30 секунд хватает. Что касается звучания в лайв-формате, то тут вопросов нет. 10 из 10. И еще балл сверху за работу с публикой. Джерард Уэй из My Chemical Romance нереально поет вживую. Его голос завораживает и пробирает до самых костей. Он идеально владеет своими вокальными способностями. Не верите? Слушайте сами. Павел и Рояль – это достаточно молодые парни, которые в будущем точно станут рок-звездами. Играя в стиле арт-рока, они цепляют не только своим эпатажем, но и профессионализмом. Особенно выделяется Remington Waite, чей вокал имеет очень интересный термальный окрас. Смесь мягкости с хрипотцой. Звучит безумно круто, особенно в условиях акустического концерта. Что ж, на этом все. Напиши в комментариях, кого мы забыли упомянуть. Ну а как только это видео соберет 20 тысяч пальцев вверх, выйдет следующая часть. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, ставь лайк под видео. Подписывайся на телеграм и на мой инстаграм. Все ссылочки есть в описании. С вами была Вика. Увидимся завтра. Пока-пока.